Кирпичи? Нет, там что-то наложили мне тряпок сесть. Руки не хорошо, руки, ноги. Но? Решил проверить информацию. Пошел в этот двор, зашел сюда во двор, а гражданин обошел двор, и видно, что он очень быстро появился во дворе, но видно, что бегом. И молодой человек вышел, видимо, его столкнул сначала. Они прошли вместе в ту сторону. Я дошел, вот здесь Волга стояла, постоял в Волге, выждал минуту, смотрю, этот мужчина идет обратно уже. Но я уже понял, что работает по мне. И все, встал между домами здесь, машина проехала, ну и тут почувствовал рывок и провел содержание. В каком плане? Снимаем. По поводу? В производстве следственного отдела Ревдинский находится уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении грабежей, совершенных им на территории Ревдинского района. В настоящее время данному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 161 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть грабеж, совершенный с применением насилия. Александр Валерьевич, нормально видео уже? Да, в форме. Нет, раньше участвовать не приходилось в театральных постановках. Но нам была поставлена, во-первых, задача. Серия грабежей была произошла на территории городского округа Ревда. Именно в одном районе. Поставлена задача была нам и патрульно-постовой службе. Совместно собрались, был разработан план мероприятий по проведению данного мероприятия. Проведена операция «Улица».